праздник Песах это праздник свободы и есть очень много других названий и выражений этого праздника Песах это Иешуа или написано что Иешуа это наш Песах говорить это так или по другому это то же самое это высвобождает. Есть одно слово в псалме. Из-за э, скорби моей я возвал Господу. И Он услышал меня и на пространном месте поместил меня. Я очень люблю эти слова. Анахну, техни, Иногда мы техническим образом не любим это пространное анахну место. Риховот, мапа, эх, мы хотим э, улицы и карту, чтобы нам показали, куда двигаться. А в, пануи, в пространном месте ты чур свободен. Абол, אלוהים שם אותנו למקום הפנוי שאנחנו נהיה כמו אדם בגן עדן חופשיים לבחור מה שאנחנו רוצים נורא זה רזה בוכ פמישיית נאס פרסטרן נמסטה שטובמי בלי קק אדם ודמס סדו שטובמי בלי בירה נקודה נמית שטוב נמדלת וכמו שכתוב גם בתורה יקק נפיס נפתורי שעם ישראל עמד בין הר היבל והר גריזים Как написано, что народ израильский стоял между горой Гевал и Горезим. И Бог сказал народу израильскому, выбирай то, что ты хочешь. И, к сожалению, к моему, многие люди выбирают э, недоброе направление. И наша задача, это быть, как написано, глаз вопиющего в пустыне, провозглашать и говорить людям, измените свое направление, идите и выбирайте правильное. אנחנו כבר שמענו הרבה מסרים על פסח, מלא מסרים על פסח לפני פסח, בפסח, אחרי פסח, באמצע שנה פעמים רבות דו פסח, בברימה פסח, הפוסט לפסח, בנוגה רס, תצ'ייני יפסיבו גודם נבואים, Потому что все э, символы Песаха настолько явные, настолько пророческие. עכשיו, не только для настоящего времени, но и для будущего. אז, הזה, לא רצ... לא и когда я подготавливал это слово, эту проповедь, я не собирался вас чем-то удивлять. Потому что большинство из нас прекрасно знают поэтому я просто э, приподнесу несколько небольших уроков для того чтобы дать нам задуматься Махшивот. мысли очень важно, чтобы uh, у нас uh, был мыслительный процесс. Мидраш uh, рассказывает про нашего, про отца Авраама. Когда, של, он, был... של, uh, Когда он был еще uh, ребенком, и он uh, uh, работал в бизнесе своего отца. Uh, as я бизнесмен, Как на русском Терах? Нахор. Нахор? Как? Фара. 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 Фара был... Бизнесмен очень особенный бизнесмен. Он продавал что-то, что все с радостью покупали. Он продавал идолов.

Ноах, Ишкадош, Несмотря на то, что его прапрадедушка был Шем Сим, сын Ноя, особенно святой человек, Aber, uh, terach, <coughs> но Фара uh, все равно занимался этим бизнесом. Abraham, <coughs> когда Авраам uh, работал в супермаркете, в магазине своего отца Фары, он все время думал, האם נכון לעשות את זה? פרייבנל את הדלת האם נכון לעשות את זה? פרייבנל יאפס טופאי ומדרש מספר בזמן המחשבות האלו И Мидраж uh, говорит нам о том, что во время этих мыслей Бог открыл ему правду. Поэтому и нам тоже очень важно понять, что мы делаем. Вы знаете, что Песах ⁇ это не только что-то духовное. Это, тоже, это и физическое, как Макс нам сегодня сказал, это очистить свой дом от Хамеца. איך אנחנו עבדנו בבית שלנו אתמול? חבל על הזמן. כך מרבות אליפצ'ריו נאשם דומי את בולקו את הקראול. אנחנו בסוף כבר בקבלת שבת, כי זה שבת שעובר לפסח, ישבנו כבר גמורים. מי קבלת שבת הוא שסידי לפרוס את הפולום העורטווי. אבל זה גם עבודת קודש, זה עבודה פיזית שקשורה לאוכל ולניגיון, אבל מצייתנות. И это, да, также священническая работа. Это святая работа, когда вы работаете и физически, и духовно, повинуясь заповедям Бога. Я несколько лет назад слышал один рассказ от одного религиозного человека. А он не из тех, которые привлекают внимание. Он сказал, я один раз приехал на котель, и e это было вечером. Это было во время uh, дней Песаха среди недели. И он увидел своего дальнего знакомого. И его знакомый сидел у стены плача на, на э, полу и сделал небольшой пикник для себя. Положил там хумус, мацу и сидел, трапезничал. И он когда его спросил, сказал, у тебя что, дома нет? Почему ты здесь ешь? И он сказал, я хочу uh, вкушать эту еду в присутствии Бога. Так он понял, и так он сделал. И так он был благословен. я хочу вам сказать, что Песах это то же самое. Ребята, вы говорите, обсуждаете проповедь или другие вещи? Песах. Песах. Миот, это очень ясные вещи. Три-четыре из них мы точно знаем. Первое, это то, что народ израильский был в Египте рабами. И мы поем это в песенке. עבדים היינו היינו אה אוקיי יותר נכון היינו עבדים מי בלי רבאמי ובאיזשהו שלב שכחנו על עבדות И на каком-то уровне мы забыли про рабство. Потому что в основном большинству из народа нравилось жить в Египте. Потому что жизнь в Египте была очень современной и менее консервативной. И и наш народ практически растворился там. И мы знаем, что душа народа взывала к Богу, спаси нас. И поэтому Бог устроил так, что родился Моше. И к нему присоединился Аарон. И были произведены многие суды и заклали и... невинного агнца его кровью, помазали косяки дверей. И Бог прошел мимо и не коснулся нашего народа. И, и... от этого и... слова прошел мимо, у нас есть праздник Песах. И... И когда народ израильский праздновал эти события год за годом, столетия за столетием, то это наполнило меру. Как, мая, как вода, вода наполняет этот стакан. И когда мера преисполнилась, родился Иешуа. И его рождение абсолютно связано с праздником Песах. И в Египте были овцы. Но потом uh, Иоанн Креститель сказал, вот идет Агнец Божий, во-первых, во нас это чему-то учит. Если у нас есть какая-то цель, и мы не получаем ее, тогда нужно uh, добавить или дела, или молитву. Az, Тогда эта мера преисполнилась. И Иешуа пришел и искупил нас на личном уровне. Песах это что-то на uh, мировом уровне. Национальном. На национальном уровне. זה לפרט, הוא עשה, לפ... גם הוא עשה לק... לקוסמוס כולו, אבל לפרט במיוחד. Yeshua, то, сделал, сделал. На уровне, אבל מה שרובנו יודעים בשבילך Но то, что мы знаем каждый из нас, что ради меня умер Машиях, и ради меня он воскрес из мертвых. И сегодня, когда мы празднуем и выход из Египта, и воскресение из, из, из мертвых Господа нашего, очень важно не сделать из этого рутину. Я молюсь, что даже сейчас, когда вы сидите и слушаете, вы бы пришли к духовному пониманию и к духовным решениям. Потому что цель священных писаний, чтобы это не было просто воспоминанием, но чтобы это было чувство. И евреи говорят, то каждый человек должен сделать свой личный выход из Египта. И также мы знаем из священных писаний, что если мы будем делать это с полной верой, в один день еще одна мера преисполнится. حدشا, השنيا, И написано, что во втором пришествии Машеха весь мир выйдет из своего духовного Египта. И поэтому нам нужно совершать это не в рутине, но прилагать к этому мысли. Особенно женщинам я хочу сказать. Я думаю, что вы вчера очень-очень устали. Aval, но я хочу сказать, что лезе. вот эта ваша работа и усталость, она также наполнила эту меру. و... И когда Иешуа вернется как царь царей, و... всем женщинам, которые сделали это в верности и в вере, он скажет, для меня вы это сделали. Вы помните рассказ про Марту и Марию? А Мария сидела и слушала. А Марта работала, убирала дома. Поэтому иногда нужно быть Марией, иногда нужно быть Мартой. Нужно это принимать в в балансе. Это первый урок. وشני, uh, в праздник Песах связан с различными именами Бога. И мы знаем, мы знаем, что в священных писаниях есть много различных имен Бога. И практически каждый раз, когда мы читаем об определенном имени Бога, это какое-то дело, которое он сделал. Они, когда сражались на войне, они говорили, Бог наше знамя. אלוהי של צבאות. אילי בוכ ווינסט נזבה ליבו. אבל אם אנחנו קוראים על סדר פסח. נו קודם את שתיים פרא סדר פסח. ועל כל יציאת מצרים. אי פרא ויכט איזי גיפטה. וכמובן и, конечно, о Новом Завете и жертве Иешуа Мессии, мы видим четыре имени Бога. Бог э Эль-Шадай. הראיתי את עצמי לאברהם, יצחק ויעקב. אז קזל אי מינים אל שדי, יד קריל סיבי אברהם, יצחק ויעקב. אבל לך אני מראה את עצמי כשם יו"א. נוטיבי יד קרבה סיבי מינים יו"א וו"א. אז אל שדי, יו"א וו"א. פאיתם הוא פרווה את אל שדייב, אתה רואה את יו"א וו"א. ובימי של אחר כך יציאת מצרים הוא אמר ותדעו אותי אותи, Elohim, и, по... ארוך, и впоследствии он сказал, вы будете называть меня этим длинным именем Бог, выведший меня из Египта. וכמובן, нолад, и когда Иешуа родился, למирьям, то ангел сказал Мириам, дай ему имя Иешуа. Потому что Бог хочет открыть себя как тот, который спасает свой народ. И вот у нас есть четыре имени Бога. Эль-Шадай. Есть много толкований этого названия. Но многие согласны, что толкование — это Бог, которого достаточно. То есть тебе все достаточно. و... להתחיל, uh, ума, לו, дай, дай, Петрус. Вы помните, когда хотели остановить Иешуа, и тогда Петр вынул меч, и тогда Иешуа сказал, хватит, прекрати. На, на иврите это дай. אז, uh, в мизузот, в мизузе, кетов, почти. В каждой мизузе написано Эль-Шадай. Uh, מספיק לך וכשאברהם יצחק ויעקב היו מסתובבים פה בין העמים שכל עם היה משתחווה לאליל שלו ходили между различными народами, и каждый народ поклонялся своему божеству. Все знали, что вот эти поклоняются Богу, которого зовут Эль-Шадай. И когда мы читаем рассказ про Авраама, Ицхака и Якова, не один раз мы видим, как Бог там появляется с именем

когда вы были, находились рядом с чем-то очень много раз, и не обращали внимания на это. И вдруг, как будто зависть упала, и вы, говорите, и вы говорите себе, как я не видел этого раньше, иногда Бог таким образом открывает вещи. И хотя Авраам и и Яков были очень äh, духовно äh, зрелые люди, не было времени. <Adams> И Бог не открыл им свое имя Atasov. до конца. As <speaking inphas> Поэтому вот это имя Юдхей Вавхей Сущий говорит о Завете. Бог обязуется тебе. И есть очень много разных синонимов в Священных Писаниях. כמו שבעל מתחתן עם אישה ביחד לנצח זה אותו דבר הכל. (אומר בערבית: כאילו מילה בעברית לדת שמתרגמים לדת כאילו לקרוא ולהבין אבל זה לדת ладад... И и слово на иврите знание познать оно относится и к знанию, когда мы читаем и что-то узнаем, и также когда у нас есть интимные отношения. И Бог говорит, я дам тебе познать себя, познать мою ДНК. И, ب, Лукас. Есть что-то очень интересное в Евангелии от Луки. 10, 22, и, и, и в Луки 10 главе, э, в 22 стихе написано, Иисус сказал своим ученикам, все предано мне отцом моим. И Никто не знает сына кроме отца. И никто не знает отца מבין, кроме сына. И еще, и еще одно слово, или кому хочет сын открыть. Кому хочет сын открыть. לכם, я хочу сказать вам иногда мы просто погрузились в свой эгоизм. Смехим, ya, nah. и мы и мы да рады сказать Господь спаси меня, спаси нас. ты уже ты уже э, получил спасение. И мы говорим, отец нашего имя, Ишуа, дай <звы> мне, 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 <звы> мне, мне, <звы> мне, мне. <звы> мне. <звы> Вы знаете, когда иногда э, кассета замыкает на каком-то, и там такое, дай мне, 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 мне. <звы> Но через это слово я хочу возбудить в вас поиск. Бог намного больше, чем вещи, которые мы можем увидеть или потрогать. Написано, стучите и отворят вам. Просите, и дано будет вам. Поэтому поймите это. И во веки вечно есть имя Бога, Господь, вывеший тебя из Египта. Мы уже даже забыли, что такое Египет. Сейчас мы уже знаем Бог, который вывел нас из земли северной. Но, сейчас, но до сих пор в молитвах мы молимся, Бог, выведший нас из Египта. И я думаю, что каждый из нас может дать свое личное толкование этому имени Бога. Но здесь для нас напоминание, что Египет — это этот мир. И этот мир который лжет нам И иногда показывает нам Как будто красивые вещи Которые на самом деле некрасивые. красивые

пришел и заплатил за нас высокую цену. И высвободил спасение мира для каждого верующего в Него. Поэтому, с одной стороны, спасение каждому верующему в Нему, в Него. Если мы посмотрим Иоанна 3,16, там написано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы спасти весь мир». И я опять возвращаюсь к недельной главе, которую Макс очень красиво и правильно объяснил нам сегодня что нам это наша задача ходатайствовать и молиться за этот мир. Не, мне, 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 только мне. Но иногда и чувствуя чужую боль. И имена Бога. Подумайте об этом. Они говорят о нас. Но Бог не хочет, чтобы мы останавливались в нашем поиске. Я уверен, что очень многие здесь остановили свой поиск. Проснитесь. Окей. Еще Армания один момент, район. о чем я хочу говорить сегодня. Что сегодня делать на э, в праздник Песах? Ну, кодем коль во-первых, это воспоминание. Поэтому используют агаду. Есть очень много различных видов агадот. Но вы должны понять, что слово агада это, это через гей, да? Агада, агада, рассказ.

Ей 7 лет. Они كي, كي للا, للا, А я ей все время рассказываю один и тот же, потому что другой она слышать не хочет. أل, أل я рассказываю сказку про красную шапочку. Они, конечно, вариаций. Но я где-то 600 вариаций ей рассказал уже красной шапочке. و... Я ей рассказывала про то, что волк стал потом домашней собачкой. Потом ему заменили зубы. То есть там очень много всего. В общем, рассказ о Песах ⁇ это то, что мы должны подготовить себя к той точке, и принять этот духовный смысл легко и в радости, не, äh, и, высушить, не высушить себя. אני אגב אני אספר לכם אולי לא כולם מכירים סיפור על אגדה בכלל יא חשובה מרסקזת יא תנו אגדו ואני בטוח שלא כולם מכירים את הסיפור הזה את אצלנו בקהילה כמינימום כולם משתמשים У нас вообще э, в общине есть агада, которую используют на, песох, на Песах, на Песах. У нас дома есть разные агады, есть мессианская, есть обычная. Я знаю, что Дима любит обычную да, Ицхак любит мессианскую агаду, неважно. Как я сказал, есть разные Толкование. Но рассказ, откуда пришла Агада. В первом Коринфянам, в 5.7 написано, очистите себя от старой закваски. Потому что Песах наш это Машиах, заклан за нас. Во втором веке в Сардисе. Вы знаете? Боюсь, Вы знаете такой город? Кто там был? Когда, Когда откроют границы, давайте мы поедем в Турцию Наташа в Сардис. Амен, амен. Наташа очень э, воодушевленно принимает. Это. В Сардисе а Сардис было очень много верующих, про них написано в Новом Завете. В Откровении есть семь общин, которым Иешуа посылает послание. Одна из них – это община сардистская. Во втором веке там был епископ из Литона. Из... А, извиняюсь епископ, которого звали Мелитон. Вы можете в гугле прочитать об этом. А поэтому верующие пришли к нему и сказали, написано, Иешуа это наш Песах, что нам делать с этим? Хотя они не были евреи, и возможно вы этого не знаете, что в основном верующие 2, 3, 4 века не были евреи. Я говорю про христиан сейчас. И и, возможно, для вас это э, сюрприз. Но они соблюдали э, всю нашу Тору так, как мы соблюдаем евреи. Каэля, Мамаша, я к но, возможно, не может быть не всю Тору а, 300 с чем-то заповедей, но праздники и а, все, что вот соблюдаем мы сейчас, они все соблюдают. Но в четвертом а, а, и пятом веке, когда католики взяли силу и власть в свои руки, они разделили и предали анафеме всех верующих, которые верили еврейским образом. И это, но ну, простые люди говорили, мы верим в Бога Израиля, и книга Бога Израиль, это наша книга. Militon, Поэтому Милитон сказал, ладно, я вам что-то сделаю. И он сделал а году, Ech, la, gog, как праздновать Песах с едой, со всеми э, э, процессами. Aval. Но он не был сам еврей. Но он очень хорошо понимал концепт выхода из Египта. И его uh, главным персонажем был Бог, не Муше и Аарон. Поэтому в своей Агаде он сделал акцент на том, как Бог рукою крепкую вывел свой народ из Египта. И он практически не упоминал ни Муше, ни Аарона. Тогда еврейская община сказала, что этот Гоев что-то там про нас написал. Мы это сделаем сейчас. Они не начали изобретать велосипед заново. Они взяли эту Агаду Мелитона, сделали... Э, take it back, как он... החליפו mm -hmm. כמה שמות. Uh, אבל, mm -hmm. אבל עובדה שאפילו בהגדה שלנו רק מעט מדובר על משה ואהרון זה מופיע שזה לא בדיוק Made in Israel. Но а, в нашей огодении очень тоже много написано про Мушей и Арона, а, и она, мы видим, что она сделана в Израиле. И, возможно, это даже смешно, но в Римлянах написано, вы э, захотите Бога до того, что евреи возревнуют. И вот то, что произошло там. Но для нас, когда мы смотрим в Агаду и толкуем ее открытым образом, и каждый год может быть по-другому, но а, в основном это память. И также, когда мы вкушаем еду, весь этот э, стол. Кто баранину купил в этом году? Баранину или целого барана? Баранину. Кто купил баранину в этом году? Все знают правильный вкус, да? В общем, אומר, когда мы едим וזухрим, и помним, משהו, мы внутри себя кое-что запускаем. И Yeshua говорит об этом также. אומר, Он говорит, медами тухлуми медами лези хрони в мое воспоминание пейте э, это вино как символ моей крови и вкушайте ташидзе. эту мацу как мою плоть и каждый раз когда вы это делаете вы будете это делать, мое воспоминание. Есть в этом мире церкви, которые верят в Бога Израиля. Но они не любят Израиль и не любят ничего, что связано с праздниками Израиля. Но каждый раз, когда они делают хлебопреломление, они делают, они не с булочками делают, свой мини-песах. делают мини-песах. Я видел одно интервью по телевизору. И там брали интервью одного парня. А вернее, один корреспондент брал интервью у Равина и у профессора. То Рав сказал, на шаббат я делаю так и так и так. А профессор был ну такой вот просто очень-очень светский из всех светских северного Тель-Авива. Я помню, как он сказал. Он говорит, я беру на шаббат сковородку. И я сейчас uh, зажигаю огонь, а потом uh, бросаю туда бекон. Потом я ем это со стаканом пива. И мне это очень вкусно и нравится. Он говорит, ну это тоже вид шаббата. Потому что ты получаешь удовольствие. Вы понимаете всю дилемму здесь. Но вы также понимаете намек. Священные Писания возвращают нас к напоминанию с едой в присутствии Бога. И в этом случае мы вспоминаем кое-что еще. Это также связано с мерой, когда преисполнится мера.

написано в 27 стихе, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, пейте из нее, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемое во грехов. Но потом он добавил кое-что еще. И говорю вам, Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода Сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего. Когда мы наполняем меру и совершаем это в вере, мы приближаем этот день. השמיים, يقيم, כאן, Когда мы будем восседать с Богом в Царстве Небесном, которое Он установит на, этом, на этой земле, как написано в молитве Отчи наш, ملхутך, да придет Царство Твое и да будет воля Твоя בארץ, на земле, как на небе и даже хасидим, которые не верят в Машиаха, они говорят, когда будет Царство Божье на этой земле, Бог поймает самого большого кита в uh, океане и сделает из него барбекю для всего мира. Опять-таки еда. Здесь еще говорит. И нам нужно думать об этом. В послании к евреям написано очень «Что ясно, что Авраам искал небесного города, который спустится на эту землю. Я вам дал много информации. Чтоб вспоминать. Думать, размышлять об именах Бога. Понять, что нам нужно делать. И, естественно, обновляться. Свобода. Через Иешуа. Через веру. В молитве. В братолюбии в том, чтобы стоять в праведности, которой Господь призывает нас. И вхождение в страхе Божьем перед Ним. Я хочу завершить молитвой. Давайте мы встанем. شبشماهم, Отец наш Небесный, לנו, спасибо, что Ты помогаешь нам. Мы только пытаемся. У нас нет сил uh, привести Твое Небесное Царство на эту землю. עליך, но мы уповаем на Тебя. И через воспоминания мы призываем Тебя и Твое царство в наши сердца. Мы э, вкушаем вместе трапезу по Твоей заповеди. И мы пытаемся сделать то, как нам сказал Иешуа. И это в той надежде, что в один день мы будем сидеть за столом вместе с Машиахом. И ты воскресишь всех тех, которые умерли в Господе. И вместе мы будем праздновать великий праздник. Я молюсь, Господь, чтобы ты приготовил наши сердца к этой вечере. בשם יהושע המשיח. ועם הישוע המשיח. אמן. אמן.